29 октября 1952 года в Ленинске-Кузнецком была образована вневедомственная охрана. С тех пор многое изменилось. Начинали с минимального штата сторожей, и основной деятельностью была охрана магазинов, киосков, складских помещений, оборудованных примитивными средствами охранной сигнализации. Сегодня в этой службе более сотни опытных профессиональных сотрудников, и под защитой находятся сотни объектов – супермаркеты, банки, заводы. Вневедомственная охрана города сегодня во многом успешна именно потому, что основали ее лучшие люди Ленинска-Кузнецкого. Мало того, лучшие люди страны, ветераны, фронтовики, опытные вояки, зачастую инвалиды, пострадавшие на войне, но готовы служить Родине. В настоящее время вневедомственная охрана является многоцелевой службой. Она не только охраняет имущество юридических и физических лиц, но и ведет борьбу с преступностью, обеспечивает общественный порядок, осуществляет инспектирование ведомственной охраны, работу по антитеррористической устойчивости объектов, организует в широких масштабах охрану квартир граждан. В ведении вневедомственной охраны Ленинска-Кузнецкого находится более 3500 жилых объектов, а также более 550 социальных объектов и организаций. С начала 2012 года сотрудники вневедомственной охраны раскрыли более 100 преступлений, предотвратили более 200. Задержано также порядка 200 человек по подозрению в совершении преступлений. Был я один в отделе охраны милиционер, так называется. Охранялись объекты. То есть «Ласточка», сейчас как «Медведь», 29-й гастроном, «Юбилейный», который сейчас «Ткани». Вот эти магазины охранялись. То есть я ходил ночью пешком один. Вот. Транспорта не было? Никакого транспорта. Лучшим сотрудникам вневедомственной охраны за выполнение задач повышенной сложности вручили ведомственные награды от начальника полиции Кузбасса Юрия Ларионова и губернатора, а также денежные премии и ценные подарки. На торжественном собрании была отмечена и творческая семья Рыжих за участие в областном внутриведомственном конкурсе. Конкурс, когда проводился, решили, скажем так, честь нашего отдела, чтобы защищал мой ребенок. Мы поговорили с ее руководителем, то есть они подобрали уже песню, они ее сделали, отрепетировали, и все, и мы поехали. Да, в Кемерово проводился конкурс. Мы не выиграли, у нас не получилось, но главное не победа, а участие. Сразу же после торжественной части многие из тех, кто присутствовал в зале, отправился по городским маршрутам охранять порядок на улицах Ленинска-Кузнецкого.